Находимся в долине роз. Это парк моего детства. И да моего и, тоже. Да и твоего тоже. Мы оба с Юлей ботанические такие. Красивые, конечно, туалеты поставили. Да, спору нет. График с 9 до 8. С понедельника по воскресенье. Сегодня пятница. 3 часа дня. Но что понтус этих туалетов, когда это все закрыто. Закрыто. Вот. Хочу денег дать. Какой-то, не знаю, бумагоприемник. Приемник для денег. Либо металлом, либо металлические деньги. Ничего, нет, как не функционирует. Я в ковидный период приходил сюда, гулял. Все работало. Ну, как-то вот так. Так что туалет придется воспользоваться по старинке. По старинке. Конечно, как в детстве. Ничего, здесь хорошая парковая такая зона. Лес. Здесь меня дедушка учил плавать на этом озере. Это мое первое было погружение, так скажем. Пляж, ботаника, долина роз. На этом островку я люблю строем походить, здесь такое мелководье, так скажем, ему покидать там фрисби, мячик, что-то еще, прокат катамаранов, лебедей и так далее. Пляж чистенький, хороший. Рука замерзла. Держи. Держу. Ну, у нас такая прогулочка сегодня. Пятничная. Середина марта. Прохладно еще. Вот там еще дальше, кстати, вот там открыто. Сейчас глянем. По-моему, вижу, дверь открыта. Помнишь, как Трой тут с дворнягами бегал по песку? Угу. Еще и Тима был тоже с нами. Ну, так это был прошлый, либо позапрошлый год. Прошлый. Прошлый, да. Как они тут гоняли. Угу. Да, я помню тебя. Как... Три завезли песка, походу. Да, да. Видишь, горки там. Ты не хотела очень, чтобы Трой заходил в воду. Нет. И ты переживала по этому поводу. Это я помню. А с дедушкой, я тебе сейчас покажу, где я все время отдыхал. А вот под этим деревом. Он приходил, забирал меня от мамы с папой. Мама готовила каких-то бутербродов. Там давала помидорчиков, огурчиков, что-то дедушка приносил. В общем, прямо вот здесь ровно 32-33 года назад вот здесь мы расстилали все время. Покрывало такое, он ложился, здесь мужички подходили, вот здесь загорали люди прямо на скамеечках. Кто-то по стаканчику вина выпивал. И вот так и проводили время. А потом шли на сам пляж сюда. Мы в этой стороне купались. И здесь были буйки, кстати. И я у дедушки на плечах. Он плыл и оставлял меня у буйка. И сам отплывал на 2 метра. И говорил, теперь сам. Представляешь, теперь сам. И я действительно... Шел как мог.
И он меня подхватывал. О, здесь туалетик уже, конечно, открыт. Здесь-то я и скажу. На этом наш репортаж с долинки, или Валя Трандафирила, долина роз, подходит к завершению. Юля, ты что хочешь сказать всем? Всем хорошего дня и хороших выходных. Что пожелаем? Миру мир. О, это самое главное. В такой период тяжелый для всех. Тяжелый для всех. Все, ребятки, выглядывает солнышко, а мы пошли дальше. Да, у меня Юля, жена, очень внимательная, и она замечает любые детали, особенно когда трой, связанный с финансовой частью. Здесь туалет 2 лея, а там стоил 3 лея. Чем это связано? Я не понимаю, просто не могу понять. Тут, грубо говоря, сколько? 100 метров? Да, да. Ну как, 200 метров. Плюс-минус. Но ты представляешь, вот как... Чем ты можешь объяснить это? Я не знаю. И... Давай потом быстрее, потом поменяем. Может, там просто новый прайс-лист уже? Я иду тогда первая, если ты снимаешь. Короче, насчет туалетов разобрались. Этот, который открытый, это государственный, муниципальный. Значит, он открыт в любую погоду, в праздники, в обычные дни. Тут частный. И в снег, и в дождь. Да, тут частный. Захотели — люди выходят, захотели — не выходят, ну и так далее. Так что вот мы с пляжа, с третьего озера, как мы его в детстве называли. Мы всегда его называли третьим, правильно? Нет, первым. Это первое, да? Считалось всегда. Пляж. Первое. А, значит, пирс это третий. Это третий. А, значит, правильно, да. И вот уже выходим по ступенькам к торговому центру Джамбо. Здесь уже вот такой, такие серьезные новострои. Всего этого, конечно, не было. Не было никаких кофейнь, маленьких фастфудов. Все на озеро нес с собой, да, всегда, да. В пакетике. В этом парке я с девочками гулял, в этом парке шашлыки с ребятами делали какие-то. И, ну, как я уже сказал, с дедушкой проводил хорошо время на озере. Вообще крутое детство прошло. Так что вот так.